Здравия желаю. Итак, провел окончательный опыт сегодня. Значит, по умножению энергии. Энергия, значит, умножается. Вот, значит, заряжал одну батарейку через упрямитель. Вот этот. Так. 16 вольт, 4,5 ампера. Выпрямитель обычный. Кто спрашивает, какой выпрямитель? Обычный. Вот эту синюю заряжаешь. Один круг делаешь. Так. У нас вот тут счетчик. Известно на нем, видите, написано. Так. Наведу, чтобы вы поняли. На нем написано 300. 300, видите? 300. То есть один оборот. 300 оборотов — это 1 киловатт. Один оборот — 3,3 ватта. То есть я делал один оборот через этот. Через это. 3,3 ватта. Подавал на батарейку. Так. Что происходило? Сейчас скажу. Батарейка двигалась 14 минут. Вернее, батарейка не двигалась. Колесо вот это крутилось. Маховое. На мотор 400 ватт. 14 минут 13,5. В общем, 14 минут 14 секунд. Давайте посчитаем. 14. 14 умножим на 60, в 1 минуте 60 секунд. 840 и плюс 14. 854. Нам известно, что мощность, это я замерял, значит, подавал 12 вольт от сети на колесо и смотрел, значит, мощность была 31 ватт. Но оно замедляется и доходит до 3,4. То есть в среднем получается 17 ватт. Вот у нас 17 ватт. Вот 17 ватт мы делим, это в час, мы делим на 3600 секунд в часе. И получаем вот такое число. И у нас было 854 секунды двигалось колесо. Значит, перемножаем на 854. Получаем 4 ватта. 0,3. 4 ватта. Округляем. Так, 4 ватта. А затраты. Затраты, как я вам говорил, один круг на счетчике. Один круг на счетчике 3,3 ватта. Так как 300 кругов — это киловатт. Можете сами помножить. Поделить 1000, поделить на 300. 3,3 ватта. То есть у нас получается 4 получаем мы ватта. 4 ватта получаем. 3,3 стратины. Разделим на 3,3. Помножим на 100. У нас получается КПД 121% при такой зарядке. А далее что я делал? Далее я подключал эту, вот эту и вот черную. Две. Вот у меня проводки остались. Параллель вот так. Параллель. И вот проводок. Подключал. И снова заряжал на этот самый. Видите. Зарядил. Опять же один круг. Опять же 3,3 ватта подал. Но на 2. Подал 3,3 ватта. А что в итоге?
В итоге крутилось 29 минут 10 секунд. Так. 11 даже. 10,5. Ну, 11 округляем. 29 минут 11 секунд. И выработало 8,26 ватта. По тем же замерам. А затраты те же. Один круг. То есть затраты все время одинаковые. Один круг я даю для простоты измерений. Один круг, чтобы потом не перемерять. 3,3 ватта. И вот и получается 8,26 ватта делим на 3,3 и умножаем на 100. КПД 250, а тут 121. То есть КПД при умножении, значит, батареек, ну, я проводил такие опыты, это уже заключительный опыт. Сегодня 5 раз мерил. С утра, вот сегодня сейчас 3 часа, с 8 утра до 3, чтобы убедиться. И все время один и тот же результат. Значит, получается, КПД увеличивается больше, чем в 2 раза. Видите, тут 250, когда сдвоишь, те же 3 ватта даешь, но получаешь 8,26. Если сдвоить две батарейки, вот эти, эту и эту, сдвоить, черную и синюю. Так. А тут получаешь, тоже 3,3 ватта даешь, получаешь 4, 121%. То есть 250 делим на 121. В 2 раза. То есть при сдвоенной системе увеличится в 2 раза. Это, значит, с этим уже закончил. Что касается зарядка через реле Амрон, вот, она не давала ничего. То есть давала КПД меньше даже, чем это самое. Иногда 100%, иногда 105%, иногда меньше. Если сдвоенное 100%, если одинарное там 73%. То есть эти батарейки старые, им нужна, видите, возможно бы она давала, им нужно мощное зарядное устройство. Но их можно сдваивать и получать КПД. Это еще лучше. То есть вот такие результаты промежуточные. Хотя реле Амрон еще попробую завтра, еще разок. Сегодня уже не буду, чтобы уже убедиться. Но предварительно данные, что реле Амрон показывает себя хорошо. Вот, что я показывал вчера на ротовертере, показывает себя хорошо за счет инерции. Только. То есть разделяет ток. Получается инерция, и получаем КПД свыше 200%. А на зарядке батарей оно пока не показывает себя как нужно. До этого показывало вроде бы 1000, вот я писал, 1000%. Это, как я потом понял, это вот лампочки, видите. Эти лампочки, когда, значит, это вдоль опускается менее 9 вольт опускается напряжение, они горят вечно. Из-за этого у меня была путаница неделю. То есть у меня получалось, лампочки-то горят, им только не надо. Я зарядил через Амрон, лампочки горят. Вот. И получалось КПД там, что я бросал даже мерить, 1000% получалось КПД, видите как. Это мне самому было странно. Я там думал максимум 200, там 250%. Вот, а тут 1000. Ну, зато мы установили вот эти лампочки, можно применять. Они горят.
если подать на них меньше 9 вольт. Но опять же, меньше 8 на них подавать нельзя, так как они гаснут. Они до 8 работают. Если меньше 8 подал, они погасли вообще. А если подал от 9 и меньше, 9 до 8 вот промежутки подал на них, то они будут светить. Причем метод умножения работает и на них. Сколько ты их не ставишь, они светят.